Всем привет! Это канал Queen Surprise. Сегодня у нас обзор Дины сюрпризов из магазина «Красное-белое». Заценим с вами содержимое. Стоит такое покупать или лучше пройти мимо? Будет интересно, так что скорее подписывайся, ставь лайк и поехали! На обложках везде изобразили тираннозавра сине-зеленого. Или это голубой? Наверное, голубой. Кто внутри? И здесь нарисовали коллекцию. Всего 8 динозавров, но каждый динозавр в двух цветах. Вот эти тут яички. Открываем. И первый нам попался. Элосмозавр нам попался. Такой забавный. Зубки нарисовали. У него... Гляньте, у него тут пружинка. У него голова на место возвращается. Может нагнуть ее. И здесь тоже, видите? Подвижный. Слушайте, здорово. Ой, хвост тоже. И плавники. Хвост так вообще, мне кажется, можно пуляться. Что-нибудь сюда подставить и... в кого-нибудь. Мне нравится. Правда, болт вот этот не нравится. Цена данного сюрприза 69 рублей, по-моему. Ну, в принципе, за такую цену очень даже неплохо. Следующий пакетик. Уже пытается расколоться яйцо. Кто-то новенький, серенький. Ток. Трицератопс это нам попался или кто-то другой. У него лапы подвижные. Хвост тоже нет. Хвост что-то у него западает. Блестяшка какая-то еще нам бонусом попалась. И еще у него... Челюсть открывается, закрывается. Или просто так с отвисшей челюстью. Прикрой, хватит удивляться. Какой-то он странный, не пойму. Туловище у него. В общем, весь он такой подвижный. Хвост не такой, не такая пружинка классная, как в первом. Такой интересный. Но мне кажется, это не трицератопс. Какой-то другой динозавр. Красными глазами. Привет! Кто знает, кто это, напишите, пожалуйста, в комментариях. Следующее яйцо. Новый! Да, новый! Разложился. Это бронтозавр, наверное. Травоядный. А хвостик тоже такой. Мне хвосты нравятся. Тоже с отвисшей челюстью. Что-то они все удивленные. Голова у него тоже еще можно головой чем-нибудь запульнуть. Не, классненький, мне нравится. На задних лапах ногти ему разукрасили, на передних. А не надо на передних. Забавный. Зеленоглазый. Следующий Дина, иди сюда. Во, новый. Так, это стегозавр, наверное, нам попался. Что у него тут? Рот у тебя открывается, нет? Во. Красноглазый. Вот такой вот он, желто-зеленый. Ноги тоже у него подвижные, голова у него. Может вообще вот так голову в себя сложить. Новые способности у динозавров. Не, ну классный, мне нравятся динозаврики. Предпоследний пакетик. Хоть бы новый, синенький. А, ну как новый, нового цвета. Но это тоже бронтозавр. Не бронтозавр, это стегозавр.
стегозавр это такой яркий. Да. Зато у него челюсть тоже западает. Ну открой рот. Молчуны какие-то. Даже голову, когда дрыгаешь, она у него не открывается. Только надо чем-то поддевать. Но все равно забавный. И последний пакетик. Кстати, Даша открывала, ей вот такой вот попался. Пинокозавр вроде это. У него хвост подвижный и челюсть только подвижная. Ну а тут нам последний кто попадется. О, новый выскочил. Я даже не знаю, кто это. Гляньте, у него какие тут гребни на голове. Серебряные. Зеленоглазый, зубастый. Хвост у него тоже подвижный. Лапы подвижные. И голова тоже. Так на цыпленка похож, новорожденного. Или на птенца на какого-то. Не, ну классные, мне нравятся. Вот такие динозаврики нам сегодня попались. Больше всего мне понравились илосмозавр, бронтозавр и синий, которого я не знаю как зовут. А тебе как, Дина? Напиши в комментариях. Если понравилось это видео, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения! Пока-пока!